Апартаменты Elkhorn Ridge Drive. Замечательный белый райончик. Вот. Идем осматривать апартаменты. Первый этаж у нас получается. Вот. Вход со стороны двора. Арендная плата, по-моему, $825 в месяц. Так. Так, это вторые. А вот это у нас первые. Менеджер заботливо оставил открытыми все. Так, входим сюда. Сейчас будем свет включать. А здесь у нас выход на другую сторону. Замечательная кухня с новой кухонной утварью, техникой, микроволновочка, flat panel с духовочкой, да, посудомоечка, холодильничек, холодильничек замечательный, вот, даже эти для льда есть коробочки. Да, очень такой достойный холодильничек. Все здесь такое чистенькое. Вот кухонька новенькая. Вообще такие свеженькие апартаменты. Прям при входе здесь у нас шкафчик для различного барахла. Вот. Идем далее. Так, вот это должна быть технологическая ниша, где... Да, так и есть. Установлено оборудование для кондиционирования и отопления. Здесь стиральная машинка, вот она, и сушилка. Сушилка здесь в Америке вот такая вот. Конечно, своя специфика в американской бытовой технике, но надо будет привыкать тем, кто приезжает в США. Крайне удобно, потому что я, например, трачу больше $20 на стирку вещей в неделю. Вот ванна обычная, стандартная американская, туалет, лампочки, шкафчик. Вот лампочки, походу, меняли только что, энергонезависимые поставили, такие энергосберегающие. Идем дальше. Первая спальня. Наверху вентилятор, свет. Шкаф. И, я так понимаю, мастер bedroom. Это как бы у нас здесь bedroom для родителей. То есть можно, не выходя сюда, вот-вот, здесь организовать себе спальню. И своя ванная комната. Независимо от детей и других проживающих в апартаментах. Можно прямо раз. И утром не биться, кто первый в туалет идет. Очень удобно. Да, за $825 в месяц это более чем достойный вариант. Ну и шкаф для вещей. Идем дальше. Вентилятор. И здесь у нас... Шкаф второй. Так, куда у нас здесь окна выходят, сразу покажу. Так, окна выходят на детскую площадку. Здесь можно какие-нибудь цветочки посадить. Вот. Там какая-то лютеранская церковь. То есть очень такой белый-белый чистенький райончик. Вот. Здесь он даже оставили доску с кнопочками и он стиралочкой. Очень удобно. Напоминалку себе писать какую-то. И выходим
выход с другой стороны у нас. Машину можно парковать хоть с одной, хоть с другой стороны. Ну и как вот эта квартира выглядит снаружи, это вот, вот этот вот сектор. Наверху еще два этажа. Вот. На сегодняшний момент это единственная оставшаяся последняя квартира в этом комплексе. В комплексе уже проживают две русскоязычные семьи, так что тем, кто сюда приедет, будет не скучно и будет с кем поговорить и познакомиться и вообще как-то сконсолидироваться. Вот. Вот это здание High School. Если семья приезжает с детьми, которым нужно ходить уже в высшую школу, вот, старшие классы, то прямо через дорогу можно туда дойти, даже без машины. Ну а там располагается гольф-клуб. Средняя школа здесь тоже находится недалеко, где-то минут 10-15 езды на машине. Рядом располагается магазин Walmart, магазин Menards, то есть все для дома, для семьи, заправка круглосуточная, автомойка он там находится в шаговой доступности, то есть вся инфраструктура здесь есть. Можно дополнительно снять гаражик, $50 стоит, если свободный будет. Вот такие замечательные апартаменты.